вообще в Амурской области, в городе Благовещенске, нет еще таких кванториумов, именно которые находятся на базе школы. Первый амурский школьный кванториум вместит 4 лаборатории – биологии, химии, физики и робототехники. Все оборудование, оно цифровое, для технопарка уже закупили. Но монтировать его рано, а пока в крыле гимназии, где раньше находились кабинеты технологии, идет ремонт. Он стартовал в середине июня. На сегодня выполнены работы все черновые, чистовые работы. Ну, наверное, сегодня мы все так, грубо говоря, домажем. Мы готовы к покраске, по сути, нам осталось ставить двери. Мы немножко переживаем, их ставят раньше времени, потому что сыро. Несмотря на вынужденную отсрочку монтажа, строители укладываются в сроки. Кабинеты выкрасят в оранжевый, зеленый, фиолетовый цвета, согласно рекомендациям для школьных кванториумов. Завершить ремонт здесь должны к концу июля. Слушаемся, круглосуточно работают газоудалители, газовые горелки, несмотря что на улице там плюс 30, мы все равно сушим. Всего же специалистам предстояло отремонтировать несколько кабинетов, где оборудуют рабочие места для кванторианцев, лаборатории, холл, санузлы. В целом это около 400 квадратных метров. В первый год работы здесь примут 250 детей, в дальнейшем полтысячи. Причем использовать лаборатории, оборудование технопарка будут как в рамках уроков, так и во внеурочное время. В рамках неклассных мероприятий здесь будут также дети с города. То есть мы подразумеваем, конечно, это микрорайон, потому что кванториумов в той части у нас есть. А вот именно в микрорайоне кванториумов здесь нет. Поэтому я думаю, что здесь может выступать как центр такого именно естественно-научного направления. Руководитель также отмечает, появление такого технопарка в стенах школы – это дополнительные возможности для развития старшеклассников. В 25-й гимназии много лет существует профильный класс именно естественно-научного профиля. Действительно, это очень, считаю, важно. Именно здесь первый поступить, потому что это большой спальный район. Здесь много образовательных учреждений, в принципе, на небольшом расстоянии друг от друга. И дети из других школ также могут заниматься в этом кванториуме. Надеюсь, в следующем году мы также будем участвовать в проекте образования и получим дополнительное финансирование на устройство еще нескольких кванториумов. Я думаю, что это вполне реально. Соответственно, кванториум построим еще и в других образовательных учреждениях. Будем исходить из принципа доступности. На обустройство кванториума в 25-й гимназии в целом направили чуть больше 30 миллионов рублей из бюджетов трех уровней. Федеральное областное финансирование на закупку оборудования, деньги городской казны на ремонт помещений будущего технопарка. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».